Сегодня у нас 13 августа. Продолжаю осматривать сою. Также хочу показать визуальный эффект на сое с междурядьем 25 сантиметров с различными нормами. То есть посмотрим. Вперед. 200 тысяч. Соя достаточно приятная. Она лучше, во всяком случае, выглядит, чем там, где 12,5. Потому что ряды более... Ну, они собраны, во всяком случае. Я даже вижу здесь вот это междурядье по макушкам сои. 200. 300 тысяч тоже как бы... Я даже не вижу такого, знаете, краевого эффекта. Это тоже, кстати, важно. 400. Уже вижу такие желтые пятна. То есть начинается проявление, но в то же время выровненность, она все же присутствует. Провалы, да, в серединке. Края лучше себя чувствуют. 500. 500. Вот эти ямки пошли. Но в то же время соя так неплохо себя ведет все равно. Ну, есть вот эти вот моменты. Нижний ярус листьев уже высох, ну, как бы сохнет, сбрасывается. Так, забыл. 200, 300, 400, 500 и... 500. Все, 500. То есть вот такая вот разница есть между 500 и 200 с междурядьем 12,5. То есть есть вот такой визуальный эффект, визуальный провал на сое с нормой в 500 тысяч и как бы на сое в 200 тысяч вроде бы все и неплохо даже. Здесь сформированы бобики. Здесь все вот в таком, вот так идут. Как бы более компактный такой рядок. Кусты. По всему растению сформированы бобы. Это соя у нас получается Prudence. Здесь же на 500 тысяч тоже в целом все есть. Все есть. С этим междурядьем посмотрим, да, какая будет урожайность. Пока все неплохо. И следующий, конечно, участок будет уже с междурядьем в 50 сантиметров. Сейчас я к нему уже приступлю. Так что... Продолжение следует.